Nigga, why you drinking at your right? Shoulda look good in a moonlight. This pussy nigga so blind, my spotlight, moonlight. Nigga, why you drinking at your right? Shoulda look good in a moonlight. This pussy nigga so blind, my spotlight, moonlight. Всем привет, это 11 на 11, и мы приехали в Запорожье на матч Заря Ворскла, который во многом определит судьбу полтавчан. Ведь буквально полтора года назад Ворскла уступала в Лиге Европы, а сейчас борется за выживание и находится в зоне вылета. Но Заря сейчас находится на пятом месте и является одним из главных конкурентов Мариуполя. Поэтому матч обязан быть интересным. Поехали! Стадион Славутич-Арена был построен в 1938 году, и на данный момент ему 81 год. Только вдумайтесь в это число. Но сама арена была полностью реконструирована в 2006 году. А на данный момент главная арена Запорожья вмещает 12 тысяч. И в этом году на ней впервые пройдет матч сборной Украины. Пускай товарищеский, пускай против Эстонии. Перед тем, как мы перейдем к самому матчу, хотелось отметить максимально оживленный фан-сектор луганчан, не утихающий ни на минуту. А что касается матча, Заря на протяжении всего поединка прессинговала и не давала Ворскле возможности для развития атак. А если дело доходило до обороны, то защита луганчан срабатывала на все 100%. В первом тайме Заря забила два безответных гола, один с игры, другой с пенальти в компенсированное время. Во втором же тайме полтавчане остались в меньшинстве и пропустили еще два гола. Как итог, разгром 4-0 на Славутич-Арене. Хотя под концовку матча у Ворсклы начало что-то получаться, и они начали доводить мяч к воротам. Но успехом ни один из их моментов не увенчался. Мы любим Зарю, Заря чемпион. Мы любим футбол, Заря чемпион. Мы любим пиво, любого разлива. Ну а что касается лучшего, точнее даже лучших игроков матча, то это определенно Богдан Леднев и Назарий Русин. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, репортаж с выезда в Запорожье вам понравился. Если это так, то обязательно подписывайтесь на канал. Любите футбол. Всем удачи, всем. Пока.